Речь идет о конструировании какой-то идентичности, которая едва ли, собственно, имеет отношение к тому, что манифестируется. Ну, вот, к примеру, можно тем, кто обладает запасом времени и вдохновения, прочесть казаческие летописы Самейла Величка, Грабьянки, Самовейця в оригинале, вот именно, собственно, и понять, что, в общем-то, то, чем было казачество по факту на уровне автентичных текстов, которые отражают его быт, и как мы его воспринимаем сейчас на уровне школы, на уровне, собственно, тех же практик, которые мы наблюдаем, это две диаметрально разные вещи, которые даже, собственно, не имеют никаких, собственно, моментов для сравнения. То есть, проблема в чем, если говорить о нашей городской идентичности? Сложилась она не сразу. И можно сказать, что в основе самопонимания, что такое идентичность, это идея, которая оправдывается в местное сосуществование коллектива людей, если, собственно, абстрагироваться от достаточно сложных наукоемких объяснений этого термина, то приблизительно так. Наша идентичность, она сложилась, я считаю, на одном таком, на трех таких базисных элементов. Это мультикультурная помесь этносов, которые заселили, собственно, южные пределы бывшей Российской империи. Это Николаевское судостроение, безусловно. Это привязка города к его сугубо милитарной, собственно, ориентации, а также плюс до этого появление портовой деятельности. Что здесь важно? Дело в том, что идентичность, она не была придумана, она не была сконструирована наша, она сложилась исторически. И в этом ключе для развития идентичности Николаевской сейчас надо какое-то определенное движение в настоящем. То есть мы можем вдохновляться до бесконечности истории, ну, вот, к примеру, вот такой вот человек, как Богдан Александрович фон Глазенапп, который, я считаю, сделал очень много для развития нашей городской идентичности, он-то ведь не спекулировал историческими образами. Он строил железную дорогу и порт, то есть он создавал те, собственно, элементы нашей жизни, которые оправдывали наше существование. Я полагаю, что, в общем-то, история может вдохновить, но история как бы не решает наших проблем.